Федеральная сеть «Мечта Бьюти» работает в индустрии красоты и здоровья уже 15 лет. Продано более 50 франшиз по всей стране. В Московской области у основателей массажных салонов 10 партнеров. Открытие центра в Видном – новая точка на карте развития компании. Открытие массажного центра «Мечта Бьюти» в городе Видное, мне кажется, это очень важное событие, так как наша деятельность направлена на улучшение и укрепление здоровья нашего населения. Для нас это просто необходимо. Что может нам дать массаж? Массаж абсолютно точно сможет снять с нас напряжение, улучшить работу опорно-двигательного аппарата. Это, скажем так, большая перезагрузка как физически, так и эмоционального состояния человека. А сегодня наше неспокойное время – это очень важно. На торжественное открытие салона пригласили дорогих гостей и потенциальных клиентов. В ходе ознакомительной экскурсии директор центра массажа Татьяна Бочарова подробно рассказала обо всех услугах, что предлагает эта уютная территория красоты и здоровья. Любой бизнес – это прежде всего извлечение прибыли, а в бьюти-сфере – это и вот то удовольствие, то качество, и та вот помощь людям, которые как на медицинских показателях, да, с больной спиной, с какими-то проблемами, так и, собственно, восстановительные спортивные какие-то истории. Вот если они вам поверят, то есть где-то глаза вам верят, да? А вот именно после процедур, то тогда я думаю, что вас исключительно ждет успех. Красивая мечта предлагает своим клиентам профессиональный медицинский массаж с использованием собственной линии натуральной косметики. Высококвалифицированные специалисты помогут не только улучшить самочувствие или поднять настроение, но и укрепить здоровье. Мы делаем возврат 13% как налоговый вычет для наших пациентов. Это тоже очень важно на сегодняшний день. И у нас больше 17 программ, комплексных программ. То есть у нас не просто массаж, у нас идет комплексное обслуживание, благодаря которому клиенты получают гораздо больше результат, чем просто от массажа. Пока одни только мечтают избавиться от боли в спине или пояснице, другие уже оценили качество предлагаемых услуг. Михаил Костюченко вполне может считать себя постоянным клиентом. С какой проблемой обратились? Проблема такова, у меня вообще межпозвоночная грыжа. То есть я вот сейчас прохожу оздоровительный массаж, сеансы, да. Поэтому сейчас вот уже на 4-м курсе я себя чувствую, ну, в разы получше. На празднике по случаю открытия было немало подарков и приятных сюрпризов. Счастливыми обладателями подарочных сертификатов на услуги массажного салона стали гости торжества. Всех девушек своих наставляем на развитие, привлекаем администрацию к помощи, привлекаем все наши ресурсы для того, чтобы мы процветали, развивались и росли. Такого плана салона в Видном нету. Я лично уже на себе испробовала техники массажа от профессионалов, от специалистов. Очень приятная атмосфера, большой выбор процедур и очень доступные цены. В центре массажа готовы предложить услуги всем, кто в этом нуждается. Высококвалифицированные специалисты помогут восстановиться после травм или подготовиться к летнему отпуску. Уже рассматриваются возможности выезда на дом. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.